44-летняя индонезийка Русидах Бадави относится к тем людям, возможности которых считаются ограниченными. Но на собственном примере женщина смогла доказать, что такие, как она, способны на многое. В 12-летнем возрасте в результате несчастного случая Русидах лишилась рук ниже локтя. Но то, что казалось, может разбить всю ее жизнь, на самом деле дало ей толчок к серьезному увлечению. Она стала фотографом. Окончив в 1989 году среднюю школу, Русидах начала учиться в профессиональном реабилитационном центре для инвалидов в городе Соло. Там она прошла курсы шитья и фотографии. Тогда-то и зародилась в ее душе страсть к фотосъемке. Первую фотокамеру Pentax Русидах получила от своего преподавателя в 1995 году. Она сама модифицировала ее, подстроив под свои физические особенности. Ввиду своего физического состояния я усовершенствовала кнопку спуска затвора с помощью винта, поэтому могу делать хорошие фотографии и избегать смазывания картинки. Русидах живет с мужем и 13-летним сыном в деревне Батареджа. Супруг поддерживает свою жену и надеется, что она сможет вдохновить других людей с ограниченными возможностями жить полноценной жизнью. Я надеюсь, что увлечение моей жены станет примером и даст стимул тем, кто находится в схожем положении, не быть пессимистами. Мы знаем, что у нее есть свои преимущества и недостатки, но она может делать то же, что и здоровые люди, хотя и не имеет рук. Каждое утро Русидах помогает сыну собраться в школу, а потом идет на поиски клиентов в своей деревне. Один из них говорит, что с радостью поддерживает землячку и ее мастерство. Я отдаю должное Русидах. Она может делать это, даже будучи инвалидом, и хорошо справляется. Женщина-фотограф оказывает свои услуги на свадьбах, карнавалах и других деревенских мероприятиях. Местные власти также периодически нанимают ее. До 2010 года Русидах в основном пользовалась пленочным фотоаппаратом. А потом компания Canon подарила ей цифровую камеру Canon 550D и вспышку. Русидах зарабатывает в месяц от 22 до 44 долларов США, беря 70 центов за одну фотографию. Женщина надеется, что когда-нибудь у нее появится собственное помещение. Мне хотелось бы иметь свою фотостудию с необходимым оборудованием. Русидах признает, что инвалидность усложняет ей жизнь. То, что здоровый человек обычно делает за минуту, она делает за 5. Но это ни в коей мере не заставит ее отказаться от своей мечты. Она не хочет вспоминать подробности несчастного случая, но говорит, что без него вряд ли полюбила бы профессию фотографа.